Несмотря на то, что сейчас за окном зима, а я вас хочу пригласить в наш летний танцевальный лагерь, который пройдет в июле-августе в Таиланде. Замечательная райская страна позволит вам и нам не только позаниматься, но и прекрасно отдохнуть. Продукты питания, солнце, море, воздух – все это позволит привести вас в форму, подготовиться к новому танцевальному сезону и, конечно же, ежедневные занятия. 56 часов за месяц, которые мы с вами отзанимаемся с середины июля до середины августа. Это очень интересная программа, очень познавательная, потому что мы будем с вами и путешествовать, и посещать какие-то концертные программы. Еще одной особенностью нашего танцевального лагеря 2018 будет то, что мы планируем из Таиланда перелететь в Китай. Общероссийская китайская организация танцевальная проведет потрясающий конкурс с великолепным призовым фондом, который мы и планируем посетить. Поэтому мы приедем в июле, в середине июля в Таиланд. У нас будет с вами прекрасная возможность подготовиться к международному конкурсу в Китае. Потом мы с вами перелетаем в Китай на 3 дня буквально и возвращаемся в Таиланд и отдыхаем дальше. Конечно, есть и другая возможность. Вы можете остаться эти 3 дня и не лететь с нами в Китай. Поэтому месяц вашего танцевального отдыха плюс обучения пройдет просто без посещения Китая. Ну а все-таки у кого есть желание карьерно вырасти, расширить свой кругозор, приобрести опыт в участии в международном конкурсе, конечно, добро пожаловать. Мы будем рады, если вы с нами полетите в Китай и также примете участие в конкурсе. Не упустите свой шанс. Такое бывает только раз в году. Добро пожаловать с нами в Таиланд, в летний танцевальный лагерь.